Так, а у нас уже тут первые сварочные работы. Сейчас вот настраиваю сварочный аппарат. Нормально, даже с закрытыми глазами можно варить. Сейчас нужно сюда залезть. Там заломался болт на редукторе. Нужно поставить гаечку, приварить все и выкрутить. Короче, первые сварочные работы уже в боксе сейчас будем проводить. Показываю, что тут нужно сделать. Вот у нас на редукторе муфта снята и заломался вот болт. Сейчас так вот гаечку сюда приварим, прогреем хорошо и выкрутим остаточек, чтобы нормально, полноценно можно было сюда муфту прикрутить, которую мы перебрали и отреставрировали. Вот такие вот у нас тут условия рабочего процесса. Все на козликах пока. Итак, попытка номер раз. Поломалась. Сварка удержала, но болт заломался. Пытаюсь высверливать. Попробую сейчас еще высверливанием это все победить. В перерывах между ремонтами автомобилей вот закидываю кучу вот эту. Вон лодка уже практически полная. Еще нужно потрамбовать ее. Весь этот мусор туда нужно закинуть. Потом задача открыть эти ворота, почистить въезд и организовать полностью заезд в этот бокс, независимый, нормальный, чтобы можно было тут смело принимать клиентов. Вот такая вот сейчас у нас задача стоит. Уже лодка практически полная. А грузить еще есть что? Давай залазь сюда, ты тяжелее. Давай, давай. Я в чистых кроссовках. И трамбуй, шо? Трамбуй. Ты в рабочих. А ты в рабочих, ничего, нормально, затрамбовывай. Можешь там этот, как Джон Сина, прыгнуть. Хлоп так. На бочину, на спину. Да. Вот такая движуха. У меня тут сдача на права задним ходом. Короче, загоняем вот туда, вот к биткам всем Kia. Ну, такое себе тут развернуться на этой всей территории. Тяжковато было. Ну, ничего, заехали. Сейчас нужно ее разгрузить тут у нас в боксе. Короче, задача у нас вот эту вот Kia выгрузить вот в это место. Еще и она без колеса. Короче, какие-то судоку тут у нас выходят. Не совсем так легко это получается. Потому что тут нет колеса, как мы ее туда выгрузим, не знаю. Но как-то это нужно сделать. Как-то ее нужно сюда вот в это место поставить. Вроде места хватает, но с лафетом не могу никак вот тут влезть в это все. И так еле-еле там все объехал, развернулся, потому что на въезде стоит BMW. Узкие ворота и мало места во дворе для того, чтобы такой маневр сделать. Но с горем пополам заехали. Теперь как-то нужно решить вопрос с выгрузкой этого автомобиля. Так, а мне не дали машины выгрузить. Короче, нужно делать очередные доставочки на вечер. Что, Зай, сегодня только две? Завтра больше. Ну, слава богу. Давай, поехали. Хорошо, когда у жены есть заказы. Вот на вечер из остатков можно роллы покушать. И, кстати, вчерашние его на ананасики, которые мы купили очень недорого, нормальные, вкусные. Ну, короче, вот такой вот у нас ужин сегодня.